Здравствуйте, дорогие друзья! В данном формате уроков разговорного польского языка мы будем изучать слова уже в контексте диалогов. Такой формат позволяет вырабатывать разговорную польскую речь в отличие от простого изучения слов. Поэтому поставьте лайк авансом, чтобы я понимал, что данный формат вам интересен. А мы начинаем. Поехали! Сейчас прослушаем диалог номер один на тему приветствия, а после разберем основные слова. Адам и Магда – соседи по дому и хорошие знакомые. Только что случайно встретились в подъезде. Cześć, Magda. Cześć, Adam. Co słychać? Po staremu. A co u ciebie? Dziękuję, wszystko w porządku. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć. A teraz słuchajcie i powtarzajcie. Cześć, Magda. Cześć, Adam. Co słychać? Po staremu. A co u ciebie? Dziękuję. Wszystko w porządku. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć. Какие же основные слова и выражения из этого диалога мы можем взять? Первое. Co słychać? Как дела? Как поживаешь? Либо, если переводить прям дословно, что слышно? Что слышал? Как дела? Co słychać? По старому, а co у тебя? А что у тебя? Либо а как ты? А как ты поживаешь? А co у тебя? Trzymajcie. Если дословно, то держись, либо как синоним слова пока. До zobaczenia. Увидимся. До встречи. Пока. Досмотрите это видео до конца, а потом прослушайте данный диалог еще раз, чтобы запомнить произношение и правильную последовательность построения слов в данных предложениях. Следующий диалог, который мы сегодня разберем, будет на тему знакомства. Как обычно, прослушаем диалог, а далее разберем основные слова и выражения. Пан Вишневский вошел в кафе и осмотрелся. Свободных столиков не было, и он отправился к тому, за которым уже сидела незнакомая ему женщина. Przepraszam. Tak, słucham. Czy mogę? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Wiśniewski. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Nazywam się Halina Smuga. Miło mi. A teraz słuchajcie i powtarzajcie. Przepraszam. Tak, słucham. Czy mogę? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Wiśniewski. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Nazywam się Halina Smuga. Miło mi. Какие же слова мы можем подчеркнуть из этого диалога? Так, słucham. Да, слушаю тебя. Nazywam się Tomasz Wiśniewski. Nazywam się. Меня зовут. Либо, если дословно переводить, называю себя. Но правильно, конечно же, говорить. Меня зовут Tomasz Wiśniewski. Bardzo mi miło. Мне очень приятно. Bardzo очень mi. Мне miło приятно. В сумме переводится «мне очень приятно». Ну что же, друзья, на этом я буду заканчивать этот первый урок разговорного польского языка. Если вам было интересно, то обязательно поставьте лайк, чтобы я понимал, что данная тематика вам интересна. Обязательно подписывайтесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы знать о выпуске новых серий. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Друзья, переводите деньги из Европы через TransferGo и получайте в подарок только по моей ссылке дополнительные 350 гривен, а также бесплатные переводы. Подробная информация и ссылка в описании под видео.